Здравствуй, Дедушка Мороз! Сегодня, 1 января 2017 года, я проснулся и, как в старые добрые времена, отправился смотреть, что же за подарки ты принес под эту елку. Весь год я вел себя как очень хороший мальчик. Воспитывал детишек, писал книжки и статьи, строил, пилил, красил. И вот, какого хрена, старый ты хрыч, я не увидел под елкой запрошенной компактной камеры? Стоп, наверное, нужно с ним говорить по-другому. Прости, мне кажется, я недостаточно хорошо все объяснил. Давай еще раз. Мне нужна камера. Компактная, чтобы я мог положить ее в карман и, вынув, сразу снимать. А то я задолбался с Sony A7R 2 и большим объективом таскаться по походам и поездкам. Да и страшно ее грохнуть, честно скажу. Так что компактная и бог с ним, с несменным объективом. Меня вполне устроит дюймовая матрица. Вот такой я скромный. На широком угле я хотел бы иметь светосилу, ну хотя бы 1.8, как у Sony RX100, или 1.7, как у Panasonic LX10. И пусть даже зум будет 24-70. Ну, если получится 18-100, это будет просто прекрасно. Пусть эта камерка будет уметь снимать таймлапсы. Я буду ставить ее снимать таймлапсик, а сам буду вокруг бегать и делать фоточки красивых закатов, и это будет очень круто. Снимать таймлапсик — это так просто. Сейчас это умеет любая камера, не говоря уже о Wi-Fi. А вот NFC не надо, NFC — это явное излишество. Пусть у этой камерки будет поворачиваться экранчик на 180 градусов, чтобы я мог видеть, как я снимаю себя. Ты не представляешь, дедушка, какой крокозяброй я сейчас снимаю. Вот я тебе сниму и приложу снимок. Как это все ужасно выглядит. И самое главное, пусть в этой камерке будет микрофонный вход. Потому что внешний микрофон — это сейчас обязательно. Чтобы мои зрители слышали все нормально, в качественном звуке, через петличку или пушку. Почему, дедушка, почему копеечный микрофонный вход ставят только в камеры дороже $1000? И тяжелее килограмма. И даже если подключать микрофон придется, как в RX102, через жопу автогеном, ну, то есть через подключенный горячему башмаку внешний микрофон, я все равно согласна. А если вдруг в такой камере появится 5-осевая стабилизация, которую пихает нынче даже в экшн-камеры, это будет двойное чудо. Дедушка, знаешь, не дари мне эту камеру, не надо. Я взрослый мальчик, я на нее заработаю. Просто возьми за шкирки придурков-маркетологов и объясни им, что именно такая камерка нужна влогерам, путешественникам, ютуберам. Нас много, мы хорошие и почти что даже матом не ругаемся. И готовы покупать такие камерки за свои кровные. Мальчик Сева, 43 года.